Привет-привет, мои хорошие! Сегодня я утром проснулась и увидела, что на нашем канале с Дотей уже более 500 подписчиков. Спасибо вам большое! Это мега круто, очень много положительных эмоций, очень много хороших, добрых комментариев. Я стараюсь отвечать на все комментарии, но, естественно, я работаю, я физически иногда не могу ответить на все комментарии, поэтому извиняюсь, если кого-то пропустила, возможно, не увидела. Не знаю. Но вообще очень много хороших слов получила я за последний месяц, сколько мы с ребенком занимаемся съемкой видео. Спасибо вам огромное. Вообще это мега круто. Хотела показать свою новую красавицу. У меня никогда не было голубых орхидей. Но я знаю, что она крашеная, но все равно очень-очень интересная такая. Прикольная. Знаю, что потом, когда она цветет, она вырастет абсолютно белой. Классно праздновать день рождения практически месяц. Постоянно кто-то приносит красивые подарки. Сегодня ездила в Ватсонс, Росман, Ватсонс. У многих в городах есть такие магазины. И хотела показать, есть классные средства, которые в этих магазинах постоянно бывают на скидках, и одновременно они реально заменяют некоторые дорогие и раскрученные бренды. Хотела начать. Начнем с покупок, ну, не косметики, а ухода за собой. Первое, что хотела показать, это вот такие два средства L'Oréal. Это мицеллярная вода для сухой чувствительной кожи. 400 миллилитров за 63 гривны. Я считаю, что дешевле просто не бывает. И вот этот L'Oréal, абсолютная свежесть. Это гель умываться. Он и косметику, кстати, очень хорошо смывает. И вышел этот гель 62 гривны. Курс к доллару 26 гривен. $1. Поэтому сами посчитайте. Также мне очень нравится, в Ватсонсе и в Росмане продается вот такая фирма Исана. Это вроде бы немецкая. В общем, это гель для умывания на основе мицеллярной воды. Мне очень нравится вот мицеллярный гель, написано. Он реально настолько круто смывает косметику. Если вы не хотите с собой везти, куда-то вы едете, не хотите с собой везти несколько баночек, там умывалку, отдельно мицеллярную воду, отдельно там средства для снятия макияжа с глаз, вот эта штука смоет все. Ну, не знаю, мне не было ни одной косметики, чтобы вот это средство не справилось. То есть, если для поездок, то и вообще очень классно. Покупаю уже не первый раз. Цена где-то около 70 гривен. Я чек не сохранила. 68 или 69 гривен. Вот эта бутылочка. Значит, сколько здесь? Здесь 150 миллилитров. 150 миллилитров здесь. И здесь 400 миллилитров. То есть, реально советую. Ну, L'Oréal все знают. Классный. Вообще вопросов нет. Особенно, если брать по скидке. Естественно, можно было бы и больше. Но больше я просто не расходую. Но вот эта штука. Просто must have. Для тех, особенно если едете куда-то, даже если не едете, просто супер. Также купила попробовать вот такое средство. Это Estelle. Основной уход. Это двухфазный спрей. Мне нравится, что увлажняет волосы без масла, не утяжеляя их. Я уже такую штуку пробовала. Это тот случай, когда вы хотите, чтобы волосы блестели. У вас была защита термо, если вы укладываете утюжком, феном. И одновременно на волосах такая легкость, что даже вот вы утром просыпаетесь на следующий день, если вы использовали какие-то масляные средства, то волосы такие, ну, не пышные, не живые, а вот именно вот это средство Estelle дает легкость даже на следующий день. Цена этой бутылочки здесь 200. Сейчас, если будет видно,
200 миллилитров, цена 139 гривен. Я считаю, что просто супер. То есть из такого уходовой косметики за волосами, за лицом, купила вот по акциям вот такие 4 штуки. А, еще была зубная паста. Ну, ой, просто склад. Люблю эту зубную пасту Актив, потому что она снимает воспаление. Во-первых, она прикольного коричневого цвета. Ну, я думаю, об этом знают все. Я не буду на этом акцентировать внимание. То есть хотела показать вот эти 4 средства. Они реально классные. Если вы ищете легкое средство для волос, средство, которое смоет вам всю косметику, то вам сюда. Ну, Лореаль, он сам по себе мне нравится. Поэтому, если любите, то как раз вам понравится. Так, это то, что связано с косметикой. Убираем. Хотела показать, вот такие штуки продаются классные. Это такие тряпочки для уборки в доме. Они работают как влажные, так и сухие. Убирают пыль в себя всю, грязь убирают, не оставляют никаких разводов. И самое главное, не нужно использовать какие-то химические моющие средства. Согласитесь, это очень важно. Это экономично, это, ну, не скажу, что полезно, но мы не пользуемся какой-то химией, не отравляем свой организм. Они по функциям практически одинаковые. Это стоило 35 гривен, вот это стоило 37. Они немножко разного размера. Это 35 на 33, а это 35 на 35. Не знаю, почему вот это дешевле. Хотя вот это меньше размера. Я взяла две для того, чтобы в разных комнатах, то есть можно деревянную мебель, можно протирать. Я даже, если честно, телевизор протирала вот такой тряпочкой. И все было прекрасно, никаких разводов ни на экране, ни на чем не осталось. Опять же повторюсь, цена, ну, практически 3 копейки. Ну и самое интересное, что хотела показать. Ну, кто знает такую фирму. Фирма называется Домол. Если вы... Я любитель стирать. Я любитель, чтобы все было постирано, все было чисто. Я постоянно ищу разные средства, которые будут классно отстирывать белье. Например, мы с мужем работаем в офисе, и очень часто, даже не очень часто, а большая часть нашего гардероба занимают белые вещи. Белый верх, то есть белая рубашка. Я как девочка еще могу как-то где-то одеть платье или еще что-то, то муж практически всегда весь год ходит в белой рубашке. Естественно, нужно средство, которое будет действительно делать наше белье белоснежным. Я пробовала разные средства, и капсулы, и разные гели. Но скажу так, что больше всего мне нравится вот это средство Домол. Во-первых, очень экономичный расчет. На 1,5 литра у нас 40 стирок. Это много. Во-вторых, вам достаточно... Честно, я иногда не лью полный колпачок. Настолько классно отстирывает. Если вы сомневаетесь там, в пятнах, то можно добавить отбеливатель этой же фирмы. Сейчас я его покажу. И еще я покупаю точно такой же Домол, но легкая стирка. То есть, вот сходили вы, одели платье или одели что-то, и вам нужно просто постирать, то очень классно... не пристает к телу, как антистатический эффект. Я любитель платьев, я их просто обожаю. И, как вы понимаете, один раз одеваешь платье, ты уже не можешь его одеть два раза, потому что, ну, ты же не можешь верх ни одеть, ни садеть. И постоянно приходится их на регулярной основе часто очень стирать. Вот это средство имеет шикарный запах. И антистатический эффект, плюс не оставляет разводов, потому что платья покупаю разных цветов. У меня черные, фиолетовые, зеленые, каких у меня только нет. И реально классно стирает. Также этим средством я стираю одежду детям. Нет аллергии. То есть ребенок погулял. Кстати, отстирывает даже пятна, если на прогулке.
что-то там съел, вымазался или еще что-то, то отстирывать. Запах у голубого обалденный. У белого запаха практически как такового нет, но он настолько шикарно справляется с функцией отстирывания белого, что просто попробуйте. Цена, вопрос в цене. Обычная цена 140 гривен эти бутылки. Но когда проходит акция, то можно купить и за 110, и за 90. В этот раз я купила за 110 гривен каждая. Я считаю, что на 40 стирок, 1,5 литра, это мало то, что экономично, но еще реально вы получите обалденный результат. Также этой фирмы есть отбеливатели. Сейчас я подвину, положу. Это такая как бы соль, она пятновыводитель. То есть я часто, если сомневаюсь в том, отстирает, знаете, бывает какое-то пятно и сомнения есть, будет эффект, не будет, то я еще пользуюсь, сейчас приближу, соль для выдаления плям. Просто насыпаете мерную ложку, 25 миллилитров, и на машинку. Ну, обычно это 4, 5, 6 рубашек. Либо вы можете немножко присыпать, намочить водой место, которое пятнышко у вас есть, и просто слегка присыпать вот этой солью. Тоже эффект будет обалденный. Тоже та же фирма Домол. Поэтому средства настолько шикарные, я просто не могла о них не сказать. Я сама о них узнала всего лишь 1,5 или 2 года назад. Я теперь другие средства просто для стирки не покупаю. Иногда беру там перволь, иногда капсулы Ариэль. Но чаще всего я даю предпочтение вот этой фирме. Также у этой фирмы есть вот такая штука. Это салфетки. У меня сейчас с запахом яблока. Они есть универсальные, с запахом яблока. Этими салфетками очень классно вытирать пыль, мебель, сантехнику. В общем, универсальные салфетки для дома. Цена у них по акции 31 гривна. Здесь 50 салфеток. Они довольно-таки крупного размера, поэтому у меня всегда в ванне или на кухне лежит пачка. Если даже ребенок на полу что-то разлил, если мне не хочется быстро бежать за тряпкой, можно, они большие, можно все это убрать вот такой салфеточкой. Поэтому попробуйте. И последнее я хотела показать. В этом же Ватсенсе продаются батарейки. Скажите, чем я могу удивить, показав батарейки? Но я вам скажу так. Самые долговечные на сегодняшний день я считала батарейки Duracell. Они реально очень долго служат и в пультах, и в каких-то игрушках. Но когда я попробовала батарейки от Watsons, я поняла, что они не уступают Duracell, а цена, на минуточку, за 6 штук 50 гривен. 6 батареек 50 гривен. Это 2 доллара. Duracell 2 штуки стоят столько же. Здесь 6. Ну, это была акция за 51 или 52 гривны, не помню. 4 батарейки и 2 в подарок. Поэтому вот такие классные вещи продаются в банальном Ватсенсе, который находится на каждом углу, я думаю, в ваших городах, не только на Украине. И есть средства, которые реально крутые, экономичные и по своим функциям превосходят много дорогих и продвинутых брендов. Спасибо вам большое за просмотр. Скоро мы вас с дочкой порадуем очень вкусными новыми рецептами. Все. Кому нравится наш канал, подписывайтесь. Всем пока-пока.